кто-кто, а уж автомобилисты первым заморозком явно не обрадовались. В среду 30 октября в областном центре было зафиксировано 67 ДТП с материальным ущербом, что втрое больше обычного числа. На самом деле столкновений было намного больше. Те, что оформлены по Европротоколу, так называемое «железо», в статистику дорожно-постовой службы не попадают. Были и вылеты с загородных трасс. Водителям пора позаботиться о необходимости замены резины на зимнюю, несмотря на то, что правила разрешают не делать этого еще месяц, до декабря. Водитель обязан переобуть свой автомобиль в зимние месяцы, то есть декабрь, январь и февраль. И также ездить на летней резине в летние месяцы, это июнь, июль и август. Поэтому не регламентируется, когда водитель будет менять колеса на своем автомобиле. Водитель сам должен выбрать то время, когда он собирается переобуть свой автомобиль. Ну, естественно, нужно проследить динамику, погоду. И когда температура будет приближаться к нулю, целесообразно поменять летнюю резину на зимнюю.